Всем привет, друзья! Сегодня я вам хотел бы представить обзор на новинку от компании ICM. Это модель под номером 32101, немецкий пилот. Данная модель у нас в 32 масштабе, и это очень приятно, потому что много кто собирает 32 масштаб, и как бы миниатюры-то в этом масштабе особо-то и нет. И тут компания ICM нам дает такой отличную такую модель, и поэтому вы теперь можете ваши модели дополнять пилотами. Ну, давайте начнем обзор. То есть у нас, как всегда, красивый красочный боксарт. Открываем. И что же нас ждет? Коробка из плотного картона. Ну, это, как всегда, традиция ICM. Она заботится о моделях. И далее у нас в пакете один лесник и инструкция. Один лист формата А4. Давайте вкратце по инструкции. Так, сразу покажу вам. Вот так вот сейчас я сверну получше. Номера цветов, которые вам компания ICM предлагает для окраски данной миниатюры. Вот. Первое, то что у нас на первом развороте у нас показан ледник с номерами. Хотя он в принципе пронумерован на деталях, но все равно здесь на всякий случай это дублируется. И на обратной стороне у вас окончательный вид, скажем так, модели, и показаны буквенные обозначения, это у нас краски, какими необходимо красить, и цифры, это у нас номера деталей на ледниках. И теперь сама модель. Ну, как многие знают, может это не знают, может это привыкли сталкиваться, компания ICM, вообще миниатюра, она классная. Сам собирался, знаю, поэтому вам говорю. В данном наборе у нас идет три пилота. Так, пилоты ли они все, да? Ну да, скорее всего, тут два пилота и какой-то офицер, возможно. Ну, как бы. В общем, три фигурки. Литье, как всегда, отлично. Стыка пресс-форм на данных моделях нету. Лица. Тоже хочу обратить внимание, что у компании ICM они пролиты достаточно четко. А так как, если еще учесть, что это 32 масштаб, то можно сказать, что сделаны они отлично. Вообще, то есть все мимика, все лица, ну, видно, все отлично. Так, далее, что еще хочу сказать. Кисти рук, они у нас на этой части, как сказать, на запястье, то есть даны не отдельные детали. Далее тут у одного пилота что-то в руке, поэтому вот это что-то, оно видно, дано какой-то другой детали. Так, что же это такое, интересно мне знать, не могу понять. Посмотрим, он за что-то ли держится, но сейчас мне даже стало интересно, посмотрим. Да, это у него просто что-то в руке, то есть ни за что не держится, ничего, это. Далее, что хочу сказать по обмундированию. Также тут куртки на замках, даже замок прилип шикарно. То есть, тут вот, ну, не придраться ни к чему, мне нравится эта миниатюра, вообще обожаю ее. Качество, все устраивает. Так, пальцы, запястья, все пролито отлично, все видно. Так, тут даже местами пальцы, они как бы по раздельности. Ну, тут он держит так руку, что тут они вместе, а это как бы отдельно. Все это отлично. Ну, что хочу сказать про данную модель. Если вы любите миниатюру, или даже если вы ее не любите, но вы собираете 32 масштаб, авиацию, то данная модель обязательно должна быть у вас в коллекции. Она прекрасно дополнит вашу модель любимого, скажем так, самолета. Всем спасибо. Так, сейчас небольшой подоток. Вот, модель еще расскажу у нас под номером 32101. Ну, на этом завершим. Всем спасибо, всем пока.